читал. Хорошо. Это не гитара, это называется домбра. А кто верит Деда Мороза? Домбра. Я верю. Я тоже верю. И я тоже. А у нас Тома тоже видела настоящего Деда Мороза, когда он заходил в соседний двор. На самом деле я родом из Ставрополя, но у нас в семье лично я и старший брат, больше никого нет. Но я всегда беру пример и вот наслышана теплотой души от своей бабушки. Это вот всегда так было. Она, кроме своих детей, четверых, воспитывала еще сирот. Вот те, кто оставлял детей. И вот и все эти дети выросли, большие, взрослые, уезжали. Я просто в детстве помню, что мы жили с бабушкой. Я помню, как они приезжали к нам, будучи уже, кто-то из них жил в Тульской области. Многие из них тоже чего-то достигли, действительно, вот в своей сфере. И вот они целовали ей руки. Они говорили слова благодарности. И каждый раз, я вот, когда с детьми, вот со своими общаюсь, и даже я всегда вспоминаю, вот она вот как огоньком все время вот в моей жизни. В сумерках летят снежинки белые, и в парке заброшена печальная скамья. В судьбе моей и в памяти любовь осталась первая, любовь моя далекая зовет меня, хранит меня. Один ребенок даешь руку, второму ребенку даешь руку, переходишь через дорогу. Как когда трое? Чем больше детей, тем больше шансов на то, что ты в старости не останешься один. Что я больше чем уверена, что вот у меня их четверо, и я буду в старости гостить у каждого. То есть они даже будут драться, у кого мама будет подольше жить, потому что я не знаю, но это дети, и вот отношения в семье так построены, что они уважают маму, они любят маму, то есть, не только маму, и папу, да. Но я знаю, что мои дети меня не бросят. Замечательных деток. Детки – это самое важное, самое нужное, что у женщины и у мужчины есть. Так считаю я. У меня трое детей, я ни разу не пожалела о том, что я их родила, что они у меня есть. Тоже я в свое время всегда думала, потом я успею, у меня есть один ребеночек, все хорошо, я рожу потом. Мне нужно это, это нужно успеть. 32 года она работает, учится, все хорошо, занимается карьерой, одно, второе, третье. Не может остановиться, не может оглядеться по сторонам или боится страх найти, про Кристину тоже говорил. Чтобы они какой бы совет мы, как мамы, как женщины, и даже потому что мы сейчас, время-то мы тоже сейчас уже наблюдаем, ты, потому что у тебя взрослые дети, я, потому что без 5 минут и там, и здесь, и ты на месте, тебе 32 года, какой первый шаг сделать для того, чтобы создать, не то что создать семью, кто-то говорит, я вообще хочу родить для себя, это что такое? Я считаю, что это нормально. Если так сложилась жизнь, что нет спутника жизни, я, например, считаю, что жизнь без детей – это вообще не жизнь. Я мама. Так случилось, что 30 лет назад я была медсестрой. А теперь я мама и очень горжусь этой профессией. Мама, бабушка. Я считаю, что бабушка – это генеральский чин мой, что я дожила, и я обожаю свою внучку. А как случилось, что у меня столько детей?
Не знаю, наверное, Бог так распорядился, чтобы у меня их было столько. Просто очень давно я для себя решила, что сколько будет детей, столько они родятся. Называется одним словом призвание. Пошла на свадьбу, мои мальчики, выросшие уже выше меня ростом, да, девчонки, там дочка уже тоже с меня ростом, я захожу, у меня муж доктор наук, да, медицинских, а это моя, вот мои университеты, мои кандидатские диссертации. В судьбе моей в памяти любовь осталась первая. Любовь моя далекая зовет меня, хранит меня. Вот папа мне начал спрашивать, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Я стала множество перебирать профессий. Потом остановилась на враче. Потом папа меня так спросил. Ну вот ты ж такая вот прям, вот если что, ты будешь за всех переживать. Зачем тебе это? А, она на сердце семьи. Вот. И я сначала подумала так, и как бы поняла, что как бы... Будет тяжело. Что если, папе вот сейчас тяжело, вот, он уже взрослый, врачом, да, то мне будет еще тяжелее. Александра, это у нас голова, мозг, то есть как бы я знаю, что я всегда могу на нее положиться и совет какой-то спросить, и поддержку. Дима, это, наверное, руки. То есть это мой помощник, один из самых главных. Саша сейчас как бы живет, но не с нами. Когда есть возможность, она приезжает, помогает. Но Дима – это все. То есть он отводит Лешу в садик, он его забирает, помогает. Если что-то, допустим, мама где-то задерживается, я в любой момент могу позвонить и сказать: «Дим, пожалуйста, почисть картошку». То есть без проблем. Вот. Это руки, это помощник. Вот. Лёша – это, наверное, душа нашей семьи, потому что, вы понимаете, он настолько такой человечек, он любит всех, он любит говорить комплименты, он любит ласку, он такой вот внимательный очень. Вот. А Серёжа, я даже не знаю, вы знаете, это вот такой вот шило непоседа, я даже не знаю, как сказать, вот к какому органу его отнести, вот. Это живчик, вот просто, понимаете, тоже такой вот... Такой оптимист тоже в семье тоже. Да, да, то есть это тоже, наверное, тоже душа нашей семьи, я не знаю, вот младшие детки, наверное, я вот так скажу. Дети – это наше счастье, и я считаю, что счастья много не бывает, то есть чем больше детей, тем больше счастья. Старшая Аида, наверное, это голова, рациональность, здравомыслие, четкость. Прям все связано с мозгом. Мозг, да, мозг семьи. Велина. Тут. Мозг и руки. Но сердце тоже немаловажно. У Кристины пока только сердце, да, Кристина? Не позорься, пожалуйста. Я последняя буква в алфавите. Не хватает этого человечка-то дома, не хватает его. Вот такого маленького. Мама, говорит, вот он проснулся, держится кроватку, смотрит, зовет меня. У меня уже дети 10 лет, самый младший. Думаю, вот не хватает такого человечка дома, не хватает. Все большой дом. Хочу водить машиной. Хочу, чтобы все были счастливы. Хочу, чтобы каждый человек смог себя самореализовать.
хочу, чтобы все наши дети были счастливы, родители их были здоровы, и чтобы у нас все получалось, то, что мы задумали. Хочу здоровья, счастья всем, мира, и чтобы нас миновали все катаклизмы природные. Я хочу, чтобы все были здоровы и счастливы. Я хочу, чтобы во всем мире все были счастливы. Я хочу, чтобы у меня были брат и сестра родные, и чтобы, когда я выросла, у меня было много детей. Беру клубочек в руки и расскажу, что я хочу. Я хочу, чтобы каждый из нас, будь то взрослый или ребенок, все, что, к чему он не прикасался, будь то это работа, будь то это семья, друзья, пусть он делал все хорошо, на отлично, да, дети? На отлично. А плохо, двойка, оно само получается, когда ничего не делаешь. Вот пусть все делают на отлично. Я хочу, чтобы старым людям и ветеранам повысить пенсию. Я хочу, чтобы все, что сказали люди за этим столом, все это сбылось. И давняя любовь моя останется единственной. Любовь моя далекая зовет меня, хранит меня. Я бы не осталась равнодушной. Я бы сразу. С вами, я с вами, я с вами заодно.